Данте нидакам тинакам нидхайо падайор нипатто каку шат этадахам бабрми хе шадхаво сакалами бабибхайо дура чайтанна чанда чаране курутанурагам чайтанна чанда чаране курутанурагам данте стринакам нидхайо падайор нипатто каку шат этадахам бабрими хе садхаво сакалами бабихайо дура чайтанна чанда чаране курутанурагам чайтанна чанда чаране курутанурагам. Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад told, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад сказал, что мы гауди мы должны поддерживать нашу особенность, наше отличие. Сисила Прабхупад сказал, что мы гауди, у нас есть некая особенность. Никто не может сравниться с нами с особенностью гауди сампрадая. Она уникальная, ничто, никто не может сравниться с ней. И что это? Разве в его словах есть... Сила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад speaking, speciality regarding о чем говорит Сила Прабхупад? Прабхупад говорит о особенности относительно Сиддханты и Севы. Speciality regarding Siddhanta. И вот он говорит о особой Сиддханте и особой Севе. Of course, scientifically, if you think, конечно, если мы подумаем просто, Seva is equal to Siddhanta. How? Точнее, what is that? Слушай, Seva is equal to Siddhanta. Не отлична от Siddhanta. When Siddhanta, когда Siddhanta, мы находим Siddhanta в практической форме, она принимает форму Seva. When you can find any Siddhanta in applied form, увидите Сиддханту в какой-то практической форме, это служение, это действие. Сева служение значит действие. Делать что-то для гуру, вайшнавов, дамы, намы, парикара и прочего, для Господа и прочего всего остального, что связано с Верховным Господом. Это полная татва. Бхагава татва значит, что Верховный Господь, его татва. Это включает в себя Бхагавад-даму, имя, все спутники Господа, все, что связано с ним, все полностью. Это зовется Бхагавад татвой. Actually, point is that. И вот суть в том, we Gauriya, что мы гауди, особенно тех из Сарасват Гаудия Сампрадаи, которые совершают баджан под руководством Шрилы Прабхупады, Шрилы Бхактивинода Тхакура, они всегда стараются поддерживать некую особенность относительно Севы и Сиддханты. Вчера я говорил о асасанга тяги и вайшнавача. What complicacy there in this word? Nothing there. I understand. Вроде все просто там. I know. What is there? No. Асасанга тяги и вайшнавача. To san, to leave асасанга. И вот суть в том, что оставить vital, you know, quality. Одно из главных качеств вайшнава – это отказ от асатсанги. Но практически невозможно аналитически понять разницу между сат и асат, то есть между вечным и невечным, истинной и ложью. То есть это очень...
Очень тяжело провести различие между вот вечностью и невечностью. Then you are doing asasanga. То есть, с одной стороны, мы совершаем асасангу, с другой стороны, сатсангу. Common people, обычные люди, они не могут понять этого. Yesterday I was discussing so many siddhanta. Вчера я говорил. But within this short period, it is quite impossible me to discuss in detail. Но времени было мало, я не успел сказать все, что я хотел сказать. Who is satsishya? He is guru. Я вчера говорил, что тот, кто satsishya, он также и гуру. If you are not heavy, if you are not guru, you are light. Если вы легкий, вы не гуру. Лагу. Лагу. In Sanskrit we see. На санскрите we speak. Мы говорим это слово. Then it is not possible for you to do. Для вас это невозможно. Guru seva. Совершать гуру севу. Садгуру сева. Садгуру сева. Totally он находится на другом уровне. Это практически невозможно. If your platform is если вы находитесь lower than на then you cannot serve гораздо более низком уровне, чем Гурудев, вы не можете ему служить. Guru Vaishnav, хотя Гуру Вайшнав, они очень us, милостивы ко всем, они дают нам возможность kind of совершать practice. Служение. Even remember, in Gita that abhyas yoga abhyasena tu kantiya vairagya chagriyate говорится вот это abhyas yoga is also very important что abhyas yoga очень важна don't think it is a matter of не думайте что это ну какие-то простые вещи abhyas yoga meant to go on practicing значит это совершать практику under the guidance of a very руководством очень могущественного ачарьи. Then that abhyas yoga can give you и тогда эта абьяс йога some power, very может shortly. Дать вам некую силу в очень скором времени. Is perfect, если ваша практика совершенна, тогда вы в скором времени problem, получите результат. А если какие-то проблемы в вашей практике, то, you cannot get result. Соответственно, big problem. Не получите результат. Сатсанга, асатсанга. The demarcation is so fine. И вот разница между сатсангой и асатсангой. Разница это очень тонкая, и обычные люди не могут понять это. Вот вчера также я упомянул вот эту шлоку, и мне говорится, что если вы хотите поклоняться полубогам, сначала вы должны достичь уровня полубогов. А что же говорить об Верховном Господе, который находится за пределами этого мира и этой материального материального мироздания? Что говорить о тех качествах, которые нам нужны, чтобы поклоняться тому изначальному Верховному Господу? То есть очень Kalu Narajan Jagatam Param Guru Trilokanatha Natapad Pankajam Painamarta Bhagavantam Achyutam Yakshanti Pasanna Vibhinna Chetasa. In 11th canto, и вот в 11-й песне Uddhav asking question, Krishna Bhagavan giving answer. Удов спрашивает и Кришна Бхагаван отвечает. Especially in this Kali Yuga. Особенно в эту Кали Югу. Nobody like to do perfect bhajan. Никто не хочет совершать. I mean, if at all trying, but still the procedure is not perfect. That's why they cannot. Bhajan, но то, каким образом они совершают бхаджан, бхаджан этот образ совершения бхаджана несовершенен. Bhajan of that Supreme Lord, then what bhajan tamu Верховному Господу, в Раджандранандане Кришне. We are less interested about Dwarka Dish Krishna. Мы не заинтересованы в Dwarka Dish Krishna. We are less interested about Mathura Dish Krishna. Мы только заинтересованы в том Кришне, который совершает свои лилы в самом сердце Вриндавана, в Брахма-самхите описывается тот самый Кришна, которому мы хотим поклоняться. There is one lotus flower holding this total Golok Vrindavan. And core of that Vrindavan, core of that Golok is you know, there you can find Vrindavan, pastime of Krishna going on there.
И вот там у Кришны, который является Лилой Нахан горни ноча гьяпатирна манусвати жатирва, кинто праддан никила пармананда пурна митадхер, гопи бхартуру падакамалиор дасу дасану даса. That is the only qualification you need. И вот это единственное... Yesterday you want to discuss this point, very long discussion. Единственное качество, которое мы должны иметь, чтобы служить этому Кришне. Вот в этой шлоке, которую пройдет Махарадж, говорится, вчера была очень такая сложная тема, это не шутка. То есть единственное качество, которое нужно для служения Шри Кришне, Шри Чайтанья Махапрабху говорит нам. How you speak? То есть эти качества, не отличны от Тринадапи. You cannot understand. Как, хотя внешне они отличаются. Вот подобно тому, как в математике можно увидеть, что какие-то уравнения, они... В общем, уравнивают друг друга, хотя внешне выглядят совершенно разными. Нахам випра ночар нарпати нарпи ваишна, this look is equal to Тринадапи. Yes. What do you say? We never hear. Why? Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada speaking. Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada. Those who are accepting Radha приняли Dasya, Radha Dasya, they are automatically having this Trinadavi. Они автоматически имеют. They need not manufacture Trinadavi into their heart and brain. Trinadapi им не нужно. It is a spontaneous matter. Как-то развивать это естественным образом приходит. Spontaneous matter automatically going to come out from your heart. If you are genuine. Если вы искренне по-настоящему в Радхадасе, это Тринадапи, она, Шрила Прабхупад говорит, это естественно, оно само явится в вашем сердце. In Radhadasya, Trinadapi common factor. You can get. So when Chaitanya Mahaprabhu identified himself that way, Наham Chaitanya Mahaprabhu говорит о себе таким образом, это значит Варнашрама. Or do you want to say anything you like? More precisely, if I like to speak. Да, варнашрама, все, что вы имеете в виду вот под этим общественным устройством, то есть положение, в каком вы находитесь в этом обществе согласно вашим прошлым действиям, это все бесполезно. В Харибаджане это не какие-то качества, которые вам помогут. You know, вы знаете, who is Brahman, кто who is Brahman, not, кто не Brahman, who is Vaishnav, who is not, кто Вайшнав, а кто не Вайшнав. This kind of judgment going on, big fighting. То есть многие спорят об этом, у кого-то ложное эго, они хотят спорить. Ну вот над этой темой, кто Брахман, там не Брахман, Вайшнав, не Вайшнав и прочее. Topic, но можно вспомнить, вот был спор в Миднапуре, в Балигае была большая дискуссия на эту тему, кто Брахман, кто Вайшнав. И Бимала Прасад Сарасвати, Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур, он был главный спектр на эту тему, он говорил очень долго. And from Samananda Sampradaya, из Шамананда Сампрадая, Вишамбарананда Дев Госвами, Вишамбарананда Дев Госвами, he was a then acharya of that pit. Он был этим, президентом этого собрания. He was a president of that sabha. He is requesting Prabhupada to solve this problem. Он попросил Шрилу Прабхупаду, чтобы он ответил на все сомнения. Thousands of devotees there. I mean, common people, not all devotees. Людей, не то что преданные, просто смарта брахманы, не обычные люди, они пришли, разные материальные пандиты, они пришли. Послушать. А кто такой пандит? Кришна говорит.
You can memorize Vedanta. You are pandit. No. То есть, если вы изучили санскрит, помните Веданту наизусть, вы не пандит. Этого Krishna мало. Кришна Бхагаван в одной шлоке говорит. Пандито бандамакшабит. Who is knowing the total mechanism, total, знает путь. How to get free of this material torture? Как избавиться от влияния этого материального рабства? Он, it's equal to light mechanism. Он, if A equal to B, if A equal to B, if B equal to C, как в математике, если A равно B, а B равно C, то C, соответственно, равно A. And B equal to C. То есть это логически следует из этого. И также пандит тот, кто знает. Пандито бандамакшамит, то есть тот, кто знает, как избавиться от материальных оков, он вайшнав, и он пандит. Without vaishnav, who is going to cut this bondage? Can? Nobody can. Only vaishnav can. Only Vaishnav can know how to go out of this material bondage, how to serve Krishna without bhakti. Вот, без бхакти. Just me. Without bhakti, без бхакти, you have no way out. У нас нет пути. Without perfect bhakti, you have без no совершенной way out. Преданности мы не можем избавить, ну, выйти из, bhakti is из-под влияния solution. Этого материального without bhakti, there is no solution. Мира. Без cannot бхакти нет никакого решения этой, ну, проблеме. So you will have to come this way, you see? This is very important. Why? Actually, на самом деле, мукти you can get. Вы можете получить мукти. Чайтанма through Чайтанма лила. Через лилу Си Чайтанья Махапрабху. Мы хотим получить суть Радхадаси. Вначале мы должны обсудить все лилы Си Чайтанья Махапрабху. Perfection about Сева and Сиддханта. Все, что касается Севы и Сидданты, я хочу вот это все более подробно обсудить, а потом Радхадаси мы дойдем в конце. Most of the common people, they are interested about mukti, обычных людей заинтересованы в мукти, kind of thing? Мукти, ну, в этих четырех, дарме, артхи, камми, мокша, вот в этих вещах. Interested about this thing. Dharma, artha, kamma, moksha. But what about bhakti? Но что относительно бхакти? What about bhakti? And mukti, so many, you know, yesterday I was discussing. Mukti. Those mayavadis, they also like to get mukti. Mayavadi, они тоже хотят обрести мукти. But mukti, но мукти, this point, what is the explanation of mukti as per Gaudiya Siddhanta? Объяснение мукти согласно Гаудия Сиддханте. Муктир хитва анатарупам. Муктир хитва анатарупам. Сарупена вевастити ити мукти. Муктир хитва анатарупам. We are less interested about mukti. But if you at all want to discuss this point, what do you mean by mukti? Мукти, because Sarva Bhattacharya in this Nilachal Dham, speaking this sloka, Jiveto bhakti pade swadaya bhag. I was discussing yesterday why Atindya Das Brahmachari changing this sloka. Ну, вот возвращаясь к предыдущей теме, почему Атиндья Дас Брахмачари изменил вот эту шлоку, слово в шлоке, шикшаштаки. Но Шрила Прабхупада одобрил это. It's почему? Okay. No need of changing. То есть то, что он изменил, это правило, это тоже правильно, это совершенно не нужно менять дальше. Это вопрос преданности. Когда Сарвабхаума Бхаттачарья Дивето Бхакти Паде Савадайбхак, Чайтанья Махапрабху asking, он тут также изменил слово. Мукти на бхакти, Махапрабху спросил, почему ты изменил это, поскольку Бхагаватам не написано так, написано про Дивето
Вот написано про мукти, а ты изменил на бхакти. Почему? Then Сарвама Бхаттачарья with a very craving mood speaking. Сказал: Прабху, I cannot read this word. Я не могу читать это слово мукти. I feel sorry for that. Я извиняюсь, но не могу. Сарвама Бхаттачарья сказал: I am very sorry, I cannot. Я извиняюсь, но не могу. I cannot pronounce this word. Это слово мукти. Почему? But I was feeling pain for a long time. Я не чувствую боль в сердце. Because I was following поскольку я следовал Майаваде. Topmost. Я был один из. You know, Майавад Бичар was there with Сарвама Бхаттачарья. Ну, один из главных Майавади. И вот сейчас Сарвама Бхаттачарья раскаивается, поскольку у него появилась возможность общения с вайшнавами. Это, ну, главное, что произошло в его жизни. И вот Махапрабху сказал: почему ты изменил? Если ты хочешь... Ты можешь, ну, согласно санскритской грамматике, просто объяснить слово мукти по-другому. Мукти там, где, ну, где находится мукти. То есть обрести лотосный стоп, достичь лотосной стопы Вишну или Кришне, это и есть мукти. Это тоже правильно. Мукти джападе се хай мукти па. Мукти where, мукти resting, this мукти, мукти always there resting in Вишну чаран, I mean Кришна чаран. То есть мукти находится у стоп Кришны или Вишну, поэтому если объяснишь это таким образом, изменять это слово не обязательно. Но сам Бхаттачарья все равно сказал, что нет, я не могу так сказать, поэтому я вот изменил слово мукти на бхакти. Но Махапрабху одобрил его действие. Кришна эва хи. Но Бхагаватам не что иное, как Кришна. Это звуковое воплощение Кришны. То есть Кришна это, он в форме звука явился как Шриман Бхагаватам, и поэтому зачем менять? И здесь также из-за его великой преданности в сердце Атиндрия Даса Тхикари. И поэтому он написал так. That Taro Api is okay. You need not change this one. Шрила Прабхупада одобрил это. Very good. Now you must analytically understand this point. И вот мы должны аналитически понять вот асасанга тяг и вайшнавачар. Вот эту шлоку. Вчера я говорил, что майявади, они могут доказать, что они более возвышенные, чем мы, более аскетичные, но у них, но есть такая проблема, что они не заинтересованы в служении вообще. И Брама тоже говорит об этом. Брама speaking same thing. When they are doing bhajan, they are going up and up. Когда они совершают баджан, они возвышаются все выше и выше, и после этого they ignore their seva, они, your seva, lotus, они, seva of your lotus feet. That day they они не заинтересованы в служении Кришне. Кричена парам падам татаха, аруджа кричена парам падам татаха, патати адха, анадрита юсмат анграйо. Your seva they ignore. That's why they and no demigods can give mukti. И никакие полубоги не могут дать освобождение ни Шанкар, никакие другие. Шанкар cannot give mukti. Шанкар разве не может дать мукти? Хотя говорится, что в каких-то местах говорится, что может. Каси маранат мукти мин. Вот, например, вот в этой шлоке, что если
Ну, кто-то умрет в каше, то обретет освобождение. Но в объяснении к этим словам говорится, что не сразу, а постепенно. То есть не прямо сейчас после смерти освободились, а Шанкар просто поможет вам в следующих жизнях. То есть это не сразу, а постепенно будет происходить. Мукти дата Вишну рева на сансайо. No doubt. Нет. Only Vishnu Tattva. Никаких сомнений, что только Вишну Таттва может давать вам настоящее мукти. Not мукти explanation by Майявада. Не то мукти, которое имеет в виду Майявада. Если вы хотите обрести мукти, то тогда вы должны просить об этом Вишну, а Прамадата – это Кришна. То есть, если мы хотим обрести Праму, только Кришна может дать ее нам. Рам, Нисимха, Вараха и прочие аватары. То есть, может с семьей совершать баджан, но Враджа Прему может дать только… То есть Враджа Прему можно получить не от всех аватара Кришну. То есть только Нанданандан Шри Кришна может дать нам это Враджа Прему. Without Krishna, can you show one example? Without Krishna, he is distributing kripa among creepers and this that. Разве есть кто-то, кроме самого Кришны, кто бы раздавал Враджа Прему растениям, животным и прочим существам? Джива Госвами Пад говорит, что только Кришна может дать это. И сегодня мы очень удачливы, поскольку после того, как Кришна ушел из этого мира, мы получаем эту возможность получить общение с вайшнавами, с теми спутниками Гауранга Махапрабху. И вот чтобы понять учение, все учение Шри Чайтаньи Махапрабху, мы должны получить общение с чистыми вайшнавами. Without the association без общения с чистыми вайшнавами, Рамачандра cannot understand. Рамачандра не может понять. Gradually I can go on discussing this point. Ну, то есть Рамачандра, вот тот, который оскорбил Шри Чайтанья Махапрабху в Гампхире, мы дойдем до него попозже. Шри Чайтанья Падам Бхуджо Мадхупебхьо Намо Намаха. Катханчит астраят жесам саупи тат гандхабхак бхавет. Бхавет, видилинга in Sanskrit. It's a must. It's written. Кришнадас Кавираджа Госвами writing this point. Very nice. Шри Чайтанья Падам Бхуджо Мадхупебхьо Намо Нама. Those were honeybees. Из тех пчел, которые летают вокруг лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху. Если у нас будет возможность получить частичку милости, что же говорить о людях, даже собаке? Even a dog who is tamayani, he can also, that dog can also get the chance. Даже собаки имеют to get the smell, возможность получить all the lotus power of, I mean, lotus power means Chaitanya Mahaprabhu, lotus. Но милость Шри Чайтаньи Махапрабху. Самапитат гандхабхак бхавет. Very careful. Even Sivananda Prabhu, Sivananda Sen, Sivananda Sen, his dog is very, very lucky than me. Собака, она гораздо более удачливее, чем я. Sivananda Sen, Sen была собака, которая следовала за ним всегда, но с самого рождения. Sivananda Sen, Sen он, he is more lucky than me. I'm not lucky. Но
Махарадж говорит, что он, эта собака high, более удачлива, чем он. Very high thing, you see. In other words, look, you know, you cannot understand this point. Very high. There you can find one dog from following Sivananda Sen. Шлока ты надо пить очень глубоко. И вот можно смотреть, влили сочетание Махапрабху, найти, что у Шивананда Сена была собака, и эта собака, она получила милость сочетания Махапрабху. Вы уже слышали об этом. Что эта собака, она пошла в Гамхиру внутрь, и все преданные смотрели, где же собака, куда делась, поскольку был особый, это был тот особый день, когда, ну, преданные забыли накормить собаку. Шивананда пошел собирать пожертвования и пришел и спрашивает, а меня накормили вы, а собаку накормили? А где собака? Забыли про нее. Шивананда Сен был очень опечален. All Brajavasis, I mean Navadvipasis, when they are coming, they are in Purushottam Dham. They are coming to meet Chaitanya Mahaprabhu in Gambhira. They find well, that dog is there in front of Chaitanya Mahaprabhu. И вот они пришли потом к Махапрабху на даршан и coconut. И увидели, что эта собака находится вместе с Махапрабху в Гамхире, в его комнате. И сам Махапрабху дал ей какой-то кусок кокоса и сказал, что собаке, чтобы она повторяла имя Кришны. И все преданные были удивлены, как это возможно. И с тех пор эту собаку никто не видел. Эта собака, она ушла на Вайкунтху. Now actual point is there. Вот сейчас суть в том, we can что мы each and every lila of Chaitanya можем обсуждать here. Все лилы Чайтанья Махапрабху здесь, в Нилачалдаме. В тот день вы спрашивали, почему Чайтанья Махапрабху хотел слушать Друва лилу и Друва чаритру и Прахлада чаритру, хотя мы хотим узнать о Радхадасе, причем тут Махапрабху, он являл такую лилу. Я сказал, что, смотрите, есть причина за этим. Сочетание Махапрабху, он Верховный Господь. Он всегда знает, в каком положении мы находимся, то есть мы полны ложного эго, где Тринадапи, где Радхадаса, они очень высоко и далеко от нас. И вот все обычные люди, они хотят прыгнуть куда-то высоко, и поэтому Чайтанья Махапрабху, зная их положение, поэтому явил эту лилу относительно Сиддханты Абхидея Бхаджана. Если мы будем следовать Чайтанья Махапрабху под, ну, под под руководством его последователей, то говорится вот в этой шлоке, что если у вас they are getting the smell of that lotus flower. You can follow one thing, those butterflies, these are, you know, honeybees, they are always moving around one flower. But when they get the chance to get honey from the core of the flower, then there is no sound, all sound gone.
When they are hovering around their moon, и вот пример с тем, как подобно тому, как пчелы, они вокруг цветка, когда летают, они жужжат, а когда они садятся на цветок и пьют мед из него, то жужжать они перестают. И также, когда мы получаем, когда мы движемся на пути бхакти, то какой-то звук, и получается звук этот олицетворяет какие-то там проблемы на пути. А если мы, как пчелы, садимся на цветок и начинаем пить мед, то есть обретаем бхакти, то есть звука никакого нет, и, соответственно, все проблемы, они решены сами собой. И вот вы можете вспомнить, что тысячи преданных приходили, чтобы посвятить себя и свою жизнь Чайтанья Махапрабху, чтобы обрести его милость, независимо от возраста, касты и убеждений, и положения в обществе. И все они получили милость Чайтанья Махапрабху. А почему? Поскольку их смысл жизни, их цель была одна. Они все хотели служить Чайтанья Махапрабху. Они не ожидали ничего получить взамен. Единственное, что они хотели... Они хотели обрести чистую любовь к Чайтанья Махапрабху. А почему? Если спросить этих же жителей Навадвипы, почему они так любят Махапрабху, это, ну, они не могут объяснить. Это у них естественная любовь к Шри Кришне, к Махапрабху. They are so nice, Kirtan. Any devotee coming from Nilachal Dham to Navadvip. И вот любые преданные, которые бы приходили из Нилачала в Навадвипу, эти Браджаваси, эти Навадвипаваси, они плачут и спрашивают: видели ли вы нашего Господа? Мы хотим узнать, что, ну, что с ним, с чем он занимается. So this way, you see, Vipralamba Bhava. И вот таким образом Vipralamba Bhava, тех Враджаваси, которые живут в Навадвипе, оно очень важно. It's more important. You will have to follow. И мы должны следовать их настроению. So, you see, their common point is to serve Chaitanya Mahaprabhu. И вот их, ну, суть всей их жизни, их цель была служить Махапрабху, но не ожидая ничего взамен. И таким образом у всех тех преданных в то время была единая цель. Но сейчас те люди, которые приходят в Баджан, то есть можно найти, что у всех разные цели. У всех разные желания. И поэтому, ну, они сталкиваются, эти интересы, и спорят. И поэтому никакие материальные, ну, попытки как-то организовать, ну, не увенчаются успехом. You can see, when they are doing bhajan, you can find they're all harmonized. Automatically harmonized. Automatically harmonized is a must. So now point is there regarding Siddhanta and вот, you know Seva. We like to discuss some points.
В Нилачале Махапрабху совершал лилу долгое время. Мы хотим, ну, нет, хочу обсудить вот все эти особенности. И вот первый вопрос о том, почему Шри Чайтанья Махапрабху хотел слушать Бхакта Чаритру. То есть Дхрува Чаритру и Прахлада Чаритру. То есть Бхагаватам это тоже особый, ну, особый секрет. Почему? Я много раз говорил об этом, почему Шри Чайтанья Махапрабху хотел слушать именно вот Дхрува Чаритру и Прахлада Чаритру. И Бхагаватам в третьей части мы находим эту шлоку. Таттат гунану саванам микунда падара винда хидеши джейша. Those great devotees, те великие преданные, inside their heart, и внутри своего сердца, lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu there, они находятся лотосные стопы Шри Чайтаньи Махапрабху, имею в виду Кришна. Inside their heart there is the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu, I mean lotus feet of Krishna. And there is one locking. So Prabhu cannot get out. И их сердце оно закрыто на ключ, и Господь не может уйти из их сердца. И такие великие преданные, если у вас есть возможность изучать их жизнь, преданности, изучать, как они совершали бхакти, как обрели бхакти. То есть и мы сами сможем обрести бхакти. Это очень такой быстрый путь. Если вы хотите слушать о преданных их жизни, о их бхаджане, это поможет вам продвинуться в бхаджане очень быстро. Это не я говорю, это в этой шлоке говорится. Если мы будем изучать Веды, Веданту, Упанишады, Пураны, ну, это не так просто. И даже если у вас хватит способности, вы запомните все шлоки из Веды, Веданту, Упанишад и Пуран, то есть этого все равно мало будет. This procedure also, but still this procedure is not, you know, confirmed procedure because your ticket is not confirmed yet. То есть это как бы тоже путь, но такой не. When your ticket is confirmed. Не гарантирован. When you are enjoying full kripa, pay. А как же получить полное, ну, благословение, подтверждение? Это тогда, когда у нас есть милость чистого преданного Шрила Прабхупады, Шрила Бхактивинодаку и их представителей. Это простой путь. Discuss and hear all about those this kind of devotee. So tosapamsam suchira samasya. You are putting great energy, big energy for memorizing Veda Vedanta. Ну, то есть, в двух словах, просто, если мы будем изучать Писание, запоминать их наизусть, жить за жизнью, то есть гарантии, что мы станем успешными на пути Харибаджана, нет. Where they are in Tota Gopinath, actually Gadadhar Pandit, Gaura Shakti Gadadhar, used to stay there, serving Tota Gopinath. And Tota Gopinath, Gadadhar, он служил Тота Гопинатху, и Махапрабху ходил к нему и слушал Бхагаватам от него, Бхакта Чариту. И он опять просил Гададхара, что я опять хочу слушать о Прахлада Чаритры. Ну, как два месяца назад мы уже, ты уже слышал об этом, но я хочу опять, почему? Ну, хочу слушать опять, и, пожалуйста, читай. И мы должны следовать этому и осознать, почему. Поскольку каждое действие Махапрабху, он для нашего учения. Савактебхьо судхьям
Because just Krishna gone and Chaitanya Mahaprabhu, this is the system. Always Chaitanya Mahaprabhu not coming, always Krishna not coming. Chaitanya Mahaprabhu не всегда приходит, и Кришна тоже не всегда приходит. И мы, это очень редко, и мы очень удачливы, что родились именно в эту Читра-югу, в эту конкретную Читра-югу, когда Кришна явился. Вот Кришна ушел буквально недавно, и тогда Гора-хари явился. Поскольку Кришна распространяет прему, но обычные люди, они часто критикуют Кришну, поскольку его действия, они за пределами воображения, за пределами понимания обычных людей, как Шишупал Дандавакра и прочие люди демонического склада ума, они не понимают лилу Кришны и критикуют его. Почему Кришна сделал то или то, зачем? Даже сегодня, если мы отправимся в Южную Индию, то можно найти, что те люди, живущие в Южной Индии, они все интересованы, но, соответственно, не понимают Радхарани, они не признают. Радхарани никак. Еще Прабхупад плачет. Он в своей жизни подобно тигру, подобно льву, говорил о Сиддханте, этим людям с Южной Индии, но эта проблема так еще осталась. То есть даже иностранцы не понимают, но больше о Махапрабху и учении Махапрабху. То есть они могут что-то не полностью понимать, но так или иначе они поймут. Но вот люди с Южной Индии, они, у них какое-то предубеждение, что они как бы понимают все правильно, а все остальные неправильно. Вот. Когда Махапрабху был в Южной Индии, он встречался с Майавади и прочими. Ну, это отдельная тема. Как же проповедовал Чайтанья Махапрабху? Если у вас есть нету, точнее, если у вас нету чувства тринадаби в вашем сердце, ваша проповедь не может быть успешна. Тринадаби должно быть в вашем сердце. Тринадапи значит, что преданность бхакти, она находится в вашем сердце. Если ее нет, то смысл куда-то ездить. Вот, если посмотреть, то Шрила вот, Бхакти Вайбхав Пури Госвами Махарадж, он проповедовал в пожилом возрасте, и своей проповедью он менял сердца обычных людей. Everywhere you see the procedure of Chaitanya Mahaprabhu, preaching procedure, I can discuss this part. Where you can get facility? Every time Chaitanya Mahaprabhu following this Trinadapi sloka, everywhere. Even with Buddhist, even with this Mayavadis, everywhere Chaitanya Mahaprabhu never touching Trinadapi. This point, Trinadapi. Every time Chaitanya Mahaprabhu following this point. Trinadapi is very important. Without Trinadapi, he cannot preach. Bhakti Bhakti Krishna Mahabhakti Spandra Siddhar Goswami, anywhere you go. If you can see their life, you can see Trinadapi is the main. Если посмотреть на жизнь наших ачари, то есть жизнь — это олицетворение шлоки Тринадапи. И даже Махапрабху, когда он был в Навадвипе, когда он встретился с Дигвиджаем Пандитом, и вот он был самым такой
самый-самый из всех пандитов. Аналдипа в то время она была подобна... I should not speak this way because it is insulting for Navadvip. Ну, Оксфорду, Индии, но sometimes это people say, неправильно. Это... Банким Чандра is the Scott of Bengal. I say Scott is это... Банким of England. It's good. Ну, we хотя это оскорбительно относительно Навадвипа. Нужно говорить, ну, наоборот. Бхактивинода Тхакур could not change his life, so false ego. But he is writing this, sir. Банде Матарам, you heard this word? Very nice. So we should speak this way. Oxford was then time Navadvip of England. That's good. Сейчас тут и лучше сказать наоборот, что в то время в то время, ну, Навадвипа была подобна, как сказать, в общем, Оксфорд был подобен Навадвипе, Навадвипы Англии, так как-то так. Getting Vidya Rasa, that can discuss it. In the meantime, that Pandit is coming. Full moon is there. And Chaitanya Mahaprabhu, the most attractive personality. And Digvijaya Pandit coming and looking. И вот Дигвиджай Пандит пришел и к Махапрабху и сказал, что вот, ну, представился и сказал, что Махапрабху сказал, что я вот не моя пандит, я вот санскритскую грамматику преподаю тут. People speaking my name in Bhakaran, I cannot teach Bhakaran to my student properly. Well, you are that Digvijay Pandit. I heard about the big Pandit. We like to hear something about your, you know, kavita. I mean, power of your writing and speaking. We like to. What you like to hear? Now, anything if you like to. Well, we like to hear the glories of Ganga. If you can discuss. И вот, в общем, они. Then within fraction of second, the Vijay Pandit. Подумали, что же, ну, в чем же сравниться, и Махану, в общем, решили, что говорить о славе Ганги. И вот Дигвиджай Пандит, он начал произносить, сочинять шлоки во славу Ганги. Ravan was big pandit according to your calculation. И вот также вы можете слышали о Раване. Раван был великим пандитом. Он make stotra of Shankar daily. Он сочинял новые. Он поклонялся Шанкару и на ходу сочинял новые стотры. Не просто когда-то сочинял, записывал и потом пел, а просто на ходу сочинял и пел. И поклонялся Шиве таким образом. И вот это Дигвиджай Пандит, он тоже демон, поскольку он... Демоны находятся под влиянием Раджа-гуны и Тама-гуны. И вот когда он произносил эти шлоки во славу Ганге, и в то время что случилось, Махапрабху сказал, что ты говоришь, ну, очень такие прекрасные шлоки, но хочу объяснение вот какой-то вот той конкретной шлоки. Махатьям? Какую шлоки конкретно? Ну, Махапрабху произнес какую шлоку, которую он удивился, как ты вообще запомнил. Я их произносил настолько быстро, подобно ветру, как вообще можно было запомнить эту шлоку. И читание Махапрабху, ну, хоть, ну, как-то ушел от ответа, что как ты по милости Сарасвати можешь так быстро сочинять и говорить, то я так же быстро могу и запомнить. By the mercy of Saraswati, I am having this kind of power. Never mind. I like to hear all about it.
Он спросил, какие же проблемы в этой шлоке? Ну как проблем нет? Смотри. If you can discuss all about what is the fault there in sloka. Ну, ему попробую спросить, какие недостатки и преимущества этой шлоки. Этот пандит очень разгневался, что какие же недостатки могут быть в моих шлоках. I don't know alankar and this that anupras, I mean chanda, how to decorate one sloka when one pandit writing, he has some procedure to arrange this word so that it is here and very sweet, anupras, you know. Chaitanya Mahaprabhu was thinking, well, I don't know, actually, I'm very shy in front of him. But still, I heard something about alankar and this, that, anupras. I heard only, I never read, I'm very shy. I find some fault is there. What fault do you find? И вот Махапрабху начал приводить недостатки этой шлоки. И после этого этот пандит, он очень опечалился, что действительно столько недостатков, что тут какой-то ребенок, откуда он это все знает. Никто во всем этом мире не может сравниться со мной, а тут один ты нашел столько недостатков. Но в этой шлоке он не смог ничего сказать. Но эти ученики Махапрабху начали смеяться, а Махапрабху сказал, что не смейтесь. И сказал Дигвиджай пандиту, что ты сегодня устал, приходи завтра. Завтра продолжим. Я никогда не видел таких могущественных писателей, как ты, поэтому извини, приходи завтра и завтра продолжим. Иди отдыхай. И вот этот пандит ушел и начал молиться Сарасвати, что Сарасвати сегодня меня оскорбил какой-то ребенок. И для этого ли я поклоняюсь тебе всю свою жизнь? Сарасвати явилась к нему и сказала, что ты очень удачлив, что... Ну как я очень удачлив, смотри, меня оскорбили сегодня, но ты очень удачлив, смотри сам. Верховный Господь, как я могу... Ты встретился с самим Верховным Господом, как я могу... Ну, перед ним являть какие-то мои силы. И поэтому с утра ты иди, прими посвящение у Шри Чайтаньи Махапрабху. И тогда этот пандит пришел и упал к лотосным стопам. Чайтанья Махапрабху плакал. И Махапрабху спросил, что же случилось. И таким образом Махапрабху везде, даже с этим Дигвиджаем пандитом и с всеми остальными сочетаниями, Махапрабху он всегда вот следует этой шлоке Тринадапи. When Chaitanya Mahaprabhu was staying here, manifesting Lila here in Nilachal Dham, there one day, Рамачандрапури в Нилачале, когда Рамачандрапури однажды пришел к нему, and Mahaprabhu always expressing this kind of humble attitude, like Махапрабху был очень смирен. Naturally. In front of Brahmananda Puri also, Mahaprabhu expressing this lila, I am Shisha, disciple is Guru. One by one I can discuss this point. When Brahmananda Bharati coming here, Brahmananda Bharati пришел сюда, в Пурушоттам Дхамму. Some devotee is saying, Brahmananda Bharati coming. Какие-то преданные сказали, что вот Брахмананда Бхарати пришел уже. We can bring him in front of you. Мы можем привести тебя, привести его к тебе. А Махапрабху сказал, нет, он гуру, я должен к нему пойти. Где он?
И тогда Шри Чайтанья Махапрабху пошел к нему. И он спросил, где этот Брахмананда Пури, а вон там стоит. Нет, он не Брахмананда Пури. Why? He is not Brahmananda. Если это Брахмананда Пури, где его? You want to break the false ego inside him that I am that big, Как его львиное это? Like Mahavadis, you see, Prabhupada saying there. Шкура льва, где она? They are most number one. They are Joshi Sanghi, Patishtha Joshi. They are getting Patishtha Joshi. So they are topmost. Yukto Vairagya is balanced Vairagya. Юкта вараги это такая сбалансированная вараги. И если мы находимся в Гауди Матхи, мы должны ее понимать, что к чему. Вот эти две шлоки, нужно понять их все значение. И вот Махапрабху спрашивает, где же Брахмананда? Как вот он стоит? Нет, нет. Ну, it cannot be so. He is not Brahmananda Bharati. Не может быть. Нет, это не он. Почему? А почему он ходит в тигриной шкуре? Почему в тигриной шкуре? И тогда это Брахмананда, он понял, что Махапрабху, но не нравится, что я хожу в тигриной шкуре. И он переоделся и пришел. И тогда Махапрабху сказал, да, вот теперь я вижу, что он Брахмананда Пури. И вот они начали что-то обсуждать. Когда Рамачандра Пури пришел в Гамхиру, Махапрабху хотел, он очень обрадовался. Махапрабху всегда выражал ему почтение. Но он слишком зазнался, этот Рамачандра Пури. This facility, undue advantage, because Mahaprabhu. Ну поскольку Махапрабху выражал ему respect to him, почтение, он пренебрегал этим почтением. One day coming inside room of Gambhira. И однажды пришел в Гамхиру. И сказал, why there is so much ant around this почему так много этих муравьев вокруг тебя? Maybe you are enjoying taking sweet. Может, ты переел сладкого, и поэтому так много муравьев тут вокруг бегает. Не наверняка, точно ты переел сладкого. Ты саньяси, а такой жадный. Иначе почему же столько муравьев вокруг бегает? И Махапрабху ничего не ответил, он смиренно, смиренно повел себя и ничего не ответил. Поскольку если кто-то ответит, разгневается. И поэтому он ничего не сказал. Я вот помню, в Бхагбазаре во время Шрилы Прабхупады один Марвари, богатый человек, каждое утро приходит, кланяется Radha Madhava. In Bhagavad Gaudiya Mission. Это в Калькутте. Every day that man comes in morning time. Каждый день утром он так приходит, кланяется. He is always reciting the Veda. Papaham papas karmanam papasu papasambhava trahi mam pundarikaksha sarva papa harohari. You know the meaning? И вот произносит вот эту шлоку, назначение шлоки таково, что о Хари. I am actually full of sin, sinful activity. Я полный греха. I am always papoham. I am a total figure of pap. То есть я само олицетворение греховных действий. Sinful activities. Papoham, papas karmanam,
папусвапу самбаваха, прахимам кундаликакшу сарва папу харо хари. Hey, Hari, и, о Хари, я пришел к тебе, и, пожалуйста, спаси меня от всех этих грехов. И вот так он каждый день молится. И вот однажды один преданный там, ну, знал, кто что из себя этот Марвари представляет. Он, ну, знает, внешне он как бы такие слова произносит, молится Господу. Но он внешне молится только. Он хочет получить какое-то уважение, что он великий преданный, так, приходит каждый день, такие слова высокие произносит. Ну вот этот преданный решил его проверить, что за такой этот товарищ. И вот этот брамачари позвал его. Вот ты, воплощение греха, иди сюда. И этот Марвари посмотрел, кто зовет меня, как ты зовешь. Ты невежа, как ты смеешь такими словами меня называть. О, пап, о, sinful activist, come here. Figure of sinful activist, come here. I'm calling you. You calling me? You know, you don't know. Ты не знаешь, как себя вести, ты вроде вайшнав, а такое говоришь. Ну как ты вот каждый день ходишь и говоришь о себе в таком ключе? Я уже смотрю, не первый год приходишь и говоришь, я тебя просто назвал так, как ты сам себя называешь. И, ну, я имя твое не знаю, поэтому позвал тебя так. Но этот Марвари сказал, ну что, все равно ты не имеешь права меня так называть. То есть это, ну, таким способом можно буквально каждого проверить. If there is any bhakti viruddha, opposite of bhakti, then that trinagavis, that devotee can become very angry. То есть если у этого преданного нет настоящего вот смирения, то есть он просто разгневается. И вот так, такой пример. Шила Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж, он олицетворение Тринадапи, истинного смирения. Шила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж. Может, кто-то получил удачу увидеть его. Он само олицетворение смирения. Но однажды... One day, one way, Сила Мадхава Госвами Махарадж и Бхакти Прамод Пури Дева Госвами Махарадж, они доехали до Хавры, с Хавры взяли такси до Матха и приехали на Калигате, Сатиш Мукраджи 35 адрес, которого... And the driver fighting with Мадхава Госвами Махарадж, I need 10 rupees extra. И вот этот водитель начал спорить с Мадхава Махараджа, что ему еще 10 рупий надо. Ну что у него было там денег в обрез, вот ровно там столько, сколько стоит такси. Раньше ты нам не сказал, а сейчас говоришь, поэтому ничего не дам. Нет, водитель начал давить, что нет, я, ну, давай 10 рупий. Ну, Мадхава Госвами Махарадж вышел из такси, дал столько, ну, сколько полагается по этому метру. И этот Мадхава оскорбил, обозвал как-то Мадхава Госвами Махарадж, и Шрила Пури Госвами Махарадж был там рядом, вроде всю жизнь был очень смиренный, и тут вдруг он стал подобен льву. So that time you cannot say that. Но в то время. Bhakti Prabhu Puri Goswami whole life being Trinadapi Krishna is violated. Но нельзя сказать, что Шрила Пури Госвами Махарадж всю жизнь был олицетворением смирения, а тут стал как лев. Ну так же вчера вот этот товарищ, занимающийся микрофонами. Он что-то напортачил, и я был недоволен им, хотя я его люблю. Просто бывает, он что-то делает не так, как полагается. И вот также в нашем сочетании Гаудия Матхи,
есть такой преданный, так вот, да, его зовут, вот у него служение такое, он поет арати три раза в день. И вот он так прекрасно поет киртан и под, ну, с ритмом, с этим, как его? Забыл, как по-русски называется, учил этот не каратала, а другой музыкальный инструмент. И вот однажды тут появился какой-то преданный, который на караталах не может играть, но играет. В общем, ритм нарушает. И вот когда Такурда вот с таким чувством поет киртан для Господа, тут этот преданный со своими караталами играет не так, как следует. Ну, делает, ну, не попадает в ритм. Вот это он терпел 2-3 дня, и после этого разгневался, и вечером взял, запустил палкой в него, чтобы тот перестал, ну, нарушать ритм. И после того, как кончилась арати, Такурда позвал того преданного к себе в комнату, но он боится, может, опять побьют его. Нет, приходи. Ну, посадил его там и сказал, что не обижайся, просто, ну, смешаешь моему служению. Я пою киртан для Господа, я хочу, а ты вот играешь на караталах, без, ну, не попадая в ритм, и я очень, ну, недоволен. Лучше ты вообще не играй на караталах. Поэтому... Поскольку, anartha, you can get this kind of apparad also. Apparad also four category you can find. То есть есть разные виды анартхи, аппарат. Ну, это долгое время их все обсуждать. Small word. I can speak this much. Anartha, four kind of anartha out of that apparad is one. Ну, то есть из четырех видов анартхи, есть аппарат, они тоже часть каких-то включены туда. Аппарат относительно имени Кришны, имени Кришны, его облик, его форма, его имени. Аппарат относительно преданных Кришны. И также по отношению к непреданным, это тоже аппарат. Хотя вроде не преданный, но в то же самое время Кришна во всех сердцах пребывает. Поэтому, ну, если, конечно, кто-то мешает вашему служению, вы должны что-то сделать, чтобы не мешало это. И вот, когда Рада Мадхав был украден из Искона какими-то разбойниками, то какие-то преданные из Искона, они начали стрелять, и тут, ну, застрелили одного этого разбойника. И вот начали возмущаться, ну, кто вообще такие преданные, стреляют. Вот пришли к Шридхара Госвами Махараджу, жаловаться, что Махарадж, они преданные. Смотрите, стреляют они, что за преданные такие. Ну, в газетах тоже об этом писали, что, ну, такой беспредел в Исконе творится, а Шридхар Махарадж сказал, что все хорошо, они преданные. То есть, когда Рада Мадхава воровали, это, ну, их смирение будет выражаться в том, чтобы застрелить воров. Чтобы, ну, те, которые воруют Рада Мадхава, это их есть настоящее смирение. Если какая-то собака хочет зайти в храм, то есть я должен эту собаку остановить. То есть нельзя сказать, что это будет нарушением принципа смирения, поскольку эта собака, ну, войдет в храм, это будет, ну, собака. То есть, мы будем устранять препятствия на пути нашей преданности и на пути служения Господу, это не является чем-то плохим.
to go against those people, those who are opposing pure devotees, to become angry, it is bhakti. Шрила Прабхупада говорит, что if somebody calling all rubbish again, Шрила Бхакти Байо Пури Госвами Махарадж, if I am there, I can, I am dog, I can bite him. That you are doing. So I am. Ну, то есть и наша обязанность выражается в том, чтобы защищать наш, ну, чистых преданных. И если кто-то оскорбляет, мы должны... Мы должны встать на защиту нашей Гуруварги. Иначе это тринадапи будет бесполезно. Тумі то таку, тумар кукур, болія жано хоморе. You have to sing. Бадія нікоте амаре паліве. I can stay in front of your house like dog. Вот if somebody это coming, описывается в Киртанах Шрилы Бхактивинода Такура, что подобно тому, как собака, она живет у двери хозяина, если кто-то там какой-то неблагожелатель приходит, то собака, она отгоняет вот этого неблагожелателя. И мы должны вот петь Киртаны Шрилы Бхактивинода Такура каждый день. বাদিয়া নিকটে আমারে পালিবে হ্যাঁ রহিব তোমার দ্বারে প্রতিপ জনেরে আসিতে না দিব রাখিব গড়ের পায়ে আই ক্যানট অ্যালাউ দ্যাট ডেমোনিক পিপল টু কাম ইউ টু ডিস্টার্ব ইউ আই ক্যান কিপ দেম অ্যাওয়ে ইট ইজ দ্য ডিউটি অফ ডগ টু সিট অবিয়াসলি সবাকে স্পেশালি আই অ্যাম নট ইউ чтобы охранять хозяина от всяких непрошенных гостей. И вот я также, подобно собаке, я защищаю Гуруваргу от нападков всяких неблагожелателей. Я пишу книги, какие-то ответы на то, что оскорбляет достоинство нашей Гуруварги. И вот когда Рамачандра Пури вошел в комнату Махапрабху и начал говорить такие слова, и тогда Чайтанья Махапрабху ничего не ответил. И после этого опять он начал критиковать, что ты саньяси, ты так много ешь. Ну, нищий, а как можешь столько есть, ты какой бесполезный саньяси. То есть он сам насильно его кормишь, что да, съешь там еще. А потом сам же критикует. То есть и вот Махапрабху все же ничего не сказал. So this way we must develop this attitude of trinadapi, more forbearing than the other, grass, humbler than the blade of grass. This way I can prove scientifically, one by one, all and every teachings of Chaitanya I can bring in front of you on screen, I can prove, see this trinadapi. And ultimately, this can guide you. Ultimately, Radha Dasya. Итак, я могу вам практически доказать на примере Махапрабху из его жизни, что в каждом своем действии он являет пример тринадапи. सकलमेव विहाय दुरा चैतन्य चंद चरणे कुरुतानुरागम चैतन्य चंद चरणे कुरुतानुरागम वांछा कल्पतरु के पास सिंध कवि जपति तानु भाव कृष्ण व्योम